осуществлялся фактический захват. Представители правоохранительных органов, местного СК, прибыли сюда без единого документа, без протоколов, без понятых, но уже стояли КАМАЗы, готовые вывозить оборудование с этой фабрики, сырье и готовую продукцию. Это вообще неслыханно. Формально это, надо задать вопрос прокуратуре, не квалифицируется ли это как ограбление вооруженными людьми группы лиц по предварительному сговору, которая исполнялась сотрудниками местного СК. Это вопрос, не утверждение.